из глубин холодных петербургских подвалов музыка. Нам очень приятно быть здесь. Мы здесь уже второй раз выступаем. Это огромная ответственность. Здесь очень чистый звук. Группа, которая играла до нас, заставила нас поволноваться. С такими музыкантами играть всегда руки трясутся потом. Как же. Мы очень благодарны Владимиру Миловидову и Елене Савицкой за журнал «Энрок», за то, что они делают прог в России, за то, что нас пригласили. Хотя долгое время нас погоняли из мира прога, а мы все... Они нас в дверь, а мы в окно. Все-таки мы прогеры. Следующая композиция называется «Need for someone else». Это для особо самодостаточных людей, которым иногда хочется оказаться рядом с кем-то еще. Thank you.
Ну, как водится, желание наше сбывается, то есть need for someone else вдруг реализуется, и начинается, что вы думаете? Правильно, труд любви. Любовь трудится, даже когда мы спим. Следующая композиция называется «Лавора да море». Труд любви. Посвящена нерадивому музыканту, который пытается убежать от музыки, а музыка его нагоняет и возвращает в свое лоно. Thank you.
сейчас прозвучит последовательно три композиции из нашего последнего альбома. Первая из которых навеяна опытом жизни в Норвегии, некоторых из нас. И называется она «The Gorgeous Cliff». Только сейчас я гитару перестрою. Продолжим.
Сейчас будут две композиции вместе. Она называется «The Unfading Sun». Каждый вкладывает свой смысл в это понятие. Для меня это полярное лето петербургское. Солнце не заходит за горизонт. А потом также абсолютно местное явление «Mother of all rain». Дождь всегда. Thank you.
Ученый. Он разрабатывает музыку не просто так, специально. Это музыка целебная. Ее прослушивание улучшает кровообращение, сердечный ритм становится лучше. В жизни происходят хорошие события. Кто не влюблен, тот влюбляется. Кто влюблен, ответственность получает в жизни. Это замечено. По себе тоже ощущаем. Следующая композиция называется «Упование надежды» – «Patience of Hope». Терпение всем нам очень требуется. Thank you.
Спасибо. Время рассказать, кто у нас в коллективе есть. Про ученого я уже рассказал. У нас есть кандидат экономических наук, преподаватель экономики. Есть один банкир, есть один профессиональный психиатр, есть кузнец. Есть профессиональный спортсмен, есть один художник. Кого я забыл? У нас есть один басист. Он у нас на трубе играет. Ну что же, о чем вы думаете? What are you thinking about? We'll be right back.
На трубе сегодня для вас играл Алексей Горшков. На гитаре Владимир Ливонович Семенов-Теншанский. На флейте Владислав Коротких. Филипп Семенов на барабанах. Руслан Кириллов басил. Наш лидер бессменный и человек, без которого невозможен был бы коллектив и наша музыка, Иван Размаинский. Я Владимир Ефимов. Сейчас сыграем заключительную композицию. Она о следующем. Очень часто до успеха не хватает одной секунды терпения. Уже сила на исходе, ясно, что все, надо сдаться, а не хватало совсем чуть-чуть. Вот про это чуть-чуть, про то, когда человек преодолевает и наступает день признания. Успех, радость. The Acknowledgement Day, день признания. Thank you.
Какие же вы все красивые! Спасибо! Одну маленькую тогда. Композиция, она такая. Давай.
Спасибо, еще приедем.